Сегодня вспоминаю молодость. Нашла свой костюм 20-летней давности. Видите, и я даже в него поместилась. Но что можно сказать? У кого можно спросить совета, как нужно кушать? Вот я хочу показать вам сегодняшнюю утреннюю свою заправку. Вот обратите внимание. Конечно, мне сейчас супруг покажет крупным планом то, что я буду показывать. Как? Вот. Вот это у меня запаренная чашечка со стевией. Вот мы покупаем вот такую вот стевию. Вот это у меня утренняя заправка. Сладости наши, которыми мы заправляем там, кашу, например. А утром мы с самого начала мы заправляем это все гвоздикой. Сами заправляемся с утра. Для чего мы это делаем, я потом расскажу. Вот. И третья чашка это у нас заправка нашим льном. Вот я тоже вам покажу. Подробности я вам рассказывала раньше. Почему именно лен? Это такое то, что на поверхности находится. И вы знаете, что у нас в предыдущих видео есть целый цикл той пищи пророщенной, злаковой, которую мы употребляем для того, чтобы, наверное, быть такими стройными и даже найти свой старый костюм и одеть его. А вообще-то я сегодня праздную. Мы сегодня с семьей празднуем